Так, серьезное ДТП с пострадавшими, друзья, Одесская трасса, Киев, разворот недалеко от Виты Почтовой. Вот, водитель автомобиля Ford Mondeo, двигаясь с пассажиром, не справился с управлением, врезался в условия гололеда. В отбойник автомобиль сильно поврежден. Два человека были госпитализированы в срочном порядке, серьезно пострадал водитель. На место сейчас выехала оперативно-следственная группа и образовался довольно большой затор, друзья. В направлении из Киева к месту ДТП, будьте осторожны. Так, друзья, всем добрый вечер. Серьезное ДТП под Киевом на Одесской трассе в районе Виты Почтовой, не доезжая до Виты. Водитель автомобиля Ford Mondeo, двигаясь из Киева в сторону Одессы, на высокой скорости врезался в отбойник. К сожалению, удар был очень неудачным. Автомобиль отбросило на полосы движения, очень сильно изуродованный. И, к сожалению, пострадали два человека, водитель и пассажир автомобиля Ford Mondeo. Они были срочно госпитализированы медиками скорой, к сожалению, не были пристегнуты. Сейчас образовалась пробка порядка 2 километров из Киева. На месте работает полиция и выехала оперативно-следственная группа. Друзья, будьте осторожны, потому что такие ситуации происходят сейчас в Киеве постоянно. Пожалуйста, соблюдайте ПДД, учитывайте гололед. Никакая зимняя резина на таком гололеде, к сожалению, не спасает. Будьте осторожны.